Господин президент, сейчас вы увидите свидетельство, информацию с микрочипом, которую мы нашли. На корабле мы обнаружили 4 молодых американцев. Весь корабль был под наблюдением и контролем. Видеоматериалы дают основания нам полагать, что инопланетяне очень подробно изучали нашу планету. Мистер Президент, we stress to you that imposition of the stricter security precaution should continue without interruption. We trust you understand our concern for public panic. God bless this earth. Tell us what you want.